Снова всем привет, это моя четвертая ночь в игре 7 Days to Die. Прежде всего, давайте обезопасим себя с помощью фреймов. Я надеюсь, что через них зомби, по крайней мере, не будут меня чуять. Вот. Ну и приступим к столь любимому мной делу, а именно перекладыванию барахла и крафту. Нож нам пока не нужен, это не нужно. Пистолет. Пистолет, пожалуй, я пока вот здесь вот оставлю. Да сюда. Это сюда. Так, это нам тоже пока не надо. Еда есть, вода есть. В общем-то, с голоду не помрем. И первым делом надо скрафтить печь. Но я вижу уже проблему. Нам может не хватить тряпок. Давайте посмотрим, что там надо. Вот ночь как раз наступила. А, нужны вот такие шкуры, 20 штук. Да. А из чего мы можем их получить? Да, в общем-то, ни из чего. Я подозреваю, что только из животных. С печью. Неужели облом? Давайте сначала скрафтим костер тогда. Так. И вот эту вот штуку. У меня ее нету до сих пор, да? Скатку. Костер я расположу так, чтобы нам он не слишком... Как бы, да, не слишком парил. И скатку положим вот так. Теперь здесь наш дом. Так, ну и неплохо было бы сварить что-то съедобное. У меня есть яйца. Есть немного воды. Но совсем немного. Так, а почему я не могу сварить? 29, ну... Нет, все равно не могу сварить. Яйца есть, вода есть. Че еще? А, блин, нужен же этот гребаный котелок. А у меня его нет. Ну что же, значит, придется нам начать эту ночь с того, что облазить здесь. Ну, этот полицейский участок. Давайте посмотрим, что мы можем выложить. По максимуму освободить свой инвентарь. Сырые яйца нам не нужны. 5 стрел. Кстати, вот стрелы нам нужны. Вот что. Вот что нам необходимо. Пожалуй, я скрафчу их. Так. Алкоголь нам пока не нужен. Лестницы пока не нужны. Фреймы тоже, пожалуй. Так. Ну и пойдем. Я буду передвигаться вот так, крадучись. Блин, как же я забыл, что нужна шкура на крафт печи. Ну ладно, надеюсь, зомби нас не услышат. Так, Construction Tools прокачался. Уровень, смотрите, 30 у меня очков. Давайте-ка посмотрим. На 30 очков я могу изучить бетон. Изготовление бетона. Что еще? Здесь по 10, по 10.
Еще очень полезный навык. Где он? Вот этот вот. Если мы хотим разломать сейф, то он нам пригодится. Но нет, давайте уже бетон, потому что нам пора уже думать о том, что скоро наступит седьмая ночь. Так, это мне нужно пить, да? Давайте пить. Я хочу все-таки построить из бетона такое сооружение. Не знаю, как оно себя покажет. Я, конечно, кое-что подсмотрел на других каналах, кое-что добавил от себя, но такой примерный план у меня уже есть. Я начну это строительство, конечно же. Не уверен, что до седьмой ночи мы успеем. И вполне вероятно, что придется отсиживаться вот здесь, вот в этом участке. Поэтому параллельно со строительством я буду этот участок укреплять. Это, в принципе, пригодится нам, потому что в любую ночь к нам могут заявиться друзья. Но пока что нас не слышат. Так, здесь вот очень полезно есть, во-первых, вот этот книжный шкаф. Но он пустой, блин, не повезло. Во-вторых, вот этот ящик с патронами. Здесь должны лежать патроны. Очень долго он взламывается. Дольше, чем автомобиль даже. А нет, смотрите, здесь Military Vest. Но это броня. В общем-то, это тоже неплохо. Единственный минус, ее нужно ремонтировать с помощью специального военного какого-то волокна. Но мы наденем. У нас вообще никакой брони нет, по сути. Ну и мусор. Мусор, кстати, полезен оказался. Кофе – это тема. Идем потихоньку дальше. Я сразу разломаю вот эти вот Что это? Диваны? А, кстати, вот из этих диванов мы можем скрафтить себе штуковину. Да? Да. Смотрите. Осталось найти трубы. Ну, трубы можно найти, разломав унитазы. Давайте вот те диваны тоже разберем. Я совсем забыл, что нам не обязательно добывать шкуры. Но, что сказать. Я такой внимательный игрок. И здесь вот я не заделал, кстати говоря, окна. Не то, чтобы здесь могут проникнуть, хотя на самом деле могут. Так, у меня кончилось дерево. Внезапно. На самом деле могут. В игре есть зомби, которые лазят по стенам. Поэтому даже вот сидя здесь, в этом полицейском участке, мы не полностью в безопасности. Но как я пропустил эти окна? Это не то, чтобы всех прямо остановит и полностью обезопасит, но затруднит доступ просто. Так, сломался у нас топорик. А новый мы не сможем, да, скрафтить. Но у нас есть вот такой большой топор. Мне просто не хотелось его тратить. Унитазы у нас есть внизу, мы можем их разломать.
И, наверное, все-таки печь сегодня мы скрафтим. Что-то не везет. Пока не везет. Ну, слабое утешение. Совсем слабое утешение. Ну, пластырь. Ну, если это пластырь, конечно. Это тоже ценный ресурс, тем более, что клея у нас пока нет. Просто пластырь делается из клея и ткани. Я буду называть это пластырем, хотя, скорее всего, это просто какой-то скотч. Так, унитазы. Так, а вот на унитазы нам все-таки нужно как-то какой-то молоток. Мы можем починить? Не можем. Нужен камень. Давайте вернемся. Потому что молоток лучше, чем топор в плане вот разламывания унитазов. Подниматься из скрытности я не буду, потому что зомби могут нас услышать. Воевать с ними здесь я не хочу. Вот здесь у меня еще доступ открыт почему-то. Еще укреплять и укреплять. И вот это я бы тоже все позаделал. Всему свое время. Вот еще, кстати, диванчик почему-то недобитый. Камни, дерево и травы нет, да? Соответственно, новый молоток скрафтить не получится, только починить старый. Смотрите, качество 144, а после починки 127. Это тоже зависит от навыков. Нет, давайте... Что тут? А, трубы. Трубы же нужны. Дерево я возьму с собой. Вот это вот выложу. Пока что. Идем обратно вниз. Зачем мне тяпка? Зачем я ее за собой таскаю? Сто стрел. Не бог весть что. Так, здесь я все осмотрел, да? Нет. Смотрите, пропустил. Нитрат — это полезный ресурс. И вот этот унитаз я тоже почему-то пропустил. А вот и какашки. И грязная вода. Какашки нужны для крафта удобрения. Но нам до этого тоже далековато еще. Вот труба. И сразу же мы крафтим вот такую штуку. Так, но туда позже. Смотрите, сколько я всего пробовал. А, ну я все же не осматривал, я только вот эти вот кабинки. Еще грязная вода. Что-то мне послышалось. И еще трубы. И мы выходим в холл. Хотя здесь я все заделал, но все-таки шуметь опасно. Это
Поэтому аккуратненько продвигаемся. Начинаем намокать, но это потому, что на нас капает вот оттуда. Давайте последовательно будем обшаривать все. Ну, сюда тоже есть смысл зайти, хотя там вот эти решетки. Давайте-ка посмотрим вот так вот через щелочку, что там есть. Там есть вот за этими решетками, в общем-то, ценные вещи, но решетки ломать долго, поэтому я пока что воздержусь. Туда не пойду. Здесь вот есть надежда получить все-таки кастрюлю. Я опрометчиво не взял с собой кастрюлю, когда уходил с крыши нашей. А теперь вот это может стать проблемой. Банки, склянки. Даже еды нет. Что ж такое? Не везет мне. Да. Вообще ничего. Это же надо. Так, стул. Стул, стул, стул. Так, он горит. Вот, 32 секунды, поэтому я его, ну, эти стулья позабираю. Горят они неплохо. Дерево поэкономим. Так. Ну, отлично. О, еще. Да что ты будешь делать? Не везет нам. Сначала повезло с рецептом арбалета, а теперь вот что-то везение, видимо, кончилось. Так, тут больше ничего, да? Так, и здесь вроде бы тоже больше ничего нет. О, смотрите, открыто. Блин, здесь окна не заделаны. Фреймов у меня с собой нет, к сожалению. Пока возьмем. Шляпа, кстати, неплохая. Так, и вот здесь вот очень интересное место. Там сейф, насколько я помню. Да, здесь вот сейф. У него 2500 прочности. Но времени у нас масса, поэтому я, пожалуй, применю ютубомагию, друзья. Так, факир был пьяный, фокус не удался, меня чуют. Поэтому валим. Взлом сейфов оставим до лучших времен. Нет, 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 нет. Меня здесь нет, друзья, даже не думайте. То есть я начал ломать сейф, думал, что просто сделаю это на паузе. Записи, но нет. Все, потеряли, отлично.
Значит, взлом сейфов мы оставим до более благополучных времен, а сейчас займемся все-таки крафтом. Во-первых, я бы скрафтил дверь вот сюда. А то что-то как-то мне не по себе. И там вот я не заделал тоже. Давайте попробуем. Авось меня здесь не услышат. Дверь. Дверь. Вот. Ну, обычную такую. Деревянную. Вы слышите это, да? Это меня ищут. Я надеюсь, они не прорвались там через деревяшки. Так, есть дверь. Установим ее вот так. Так, ну а дальнейшее улучшение уже железом. Это не то, чтобы прям такая защита, но даст нам несколько секунд. Буквально несколько секунд. Так, что ж, давайте крафтить. Камень, блин, может не хватить камня. Я размахнулся со стрелами. Да, блин, нужно 50 камня. А у меня всего 48. А, вот это я лоханулся, друзья. Так, это мы сразу скрапаем. Так, здесь у нас 97, а здесь 88, поэтому это тоже скрапаем. А, нельзя, да? Тогда просто выбрасываем. Инсоляция минус 3. Инсоляция минус 6, поэтому скрапаем. Слушайте, мне кажется, или они что-то ломают? Такие звуки, как будто что-то ломают. Так, ну наши деревяшки вроде держатся. Вроде бы никто их не ломает. Но вот эти завывания мне не нравятся. Там их может быть один или два, но они могут реально за ночь... За остаток ночи поломать нам несколько блоков в стене, бетонных причем. Ладно. Пока они меня не видят, вряд ли они будут сильно прорываться. Это я их просто хорошо слышу, потому что здесь близко. Так, что я хотел? Что я хотел? Камни мне достать неоткуда. Скорее всего. Даже если я начну здесь ломать стены, камней я не получу. Поэтому крафт печи остается у нас, скорее всего, до лучших времен. Надо же так лохануться. Ладно. Выкладываем лишнее. Кстати, воду можно закипятить. Давайте это сделаем. Стулья сюда вот положу.
Блин, ну закипятить воду тоже нужна кастрюля. Слушайте, мне это прям не нравится. Выходить я не хочу. Хотите верьте, хотите нет, но выходить совершенно нет желания. Четыре часа, блин, еще два часа продержаться. Ладно. Что мы можем сделать? Мы можем тупо покрафтить опять из дерева оружие. Это что было такое? Просто прокачаться немного. Вот, кстати, и навык прокачался. А, вот же у нас еще. Вот же у нас еще ресурсы, но камней нет, да? Кастрюлька есть. Друзья, кастрюльку я все-таки взял. Вот это я лоханулся. Отменяем. Отменяем это дело. Так, кипятим воду. Что же они ломают там такое? И яйца. Варим яйца. Слушайте, нет, мы не варим яйца. У меня же где-то было мясо. Да? Или нет? Разве я не добывал мясо? Да, есть мясо. Но, блин, доставать его сейчас было бы неразумно. Я совсем забыл, что у меня еще вот эти вот контейнеры есть. Давайте достанем то, что можно. То, что безопасно. Переложим. Так. Поэтому с яйцами подождем, лучше с утра сварим нормальной еды. Все, пока что отключаем. 5 воды, нормально. Нормально. Так, вот эти вот я зря выложил. Продолжаем, в общем-то, тренировать крафт. Ничего не остается. Если уж я такой лошара, что не смог даже сберечь камни. Четыре сорок. Ну, еще часик. Но мы все-таки эту ночь провели не зря, потому что облутали полицейский участок, кроме сейфов. Уже 238. Получается, сейф у нас остается на вторую неделю. Я думаю, что это будет наиболее полезно в плане качества лута, потому что у меня еще не полностью прокачаны навыки, отвечающие за вот это качество.
Слушайте, это что там за чудовище лазит, а? Так, 241. Урон 10.82. Здесь 10.01. В принципе, можно вот это скрапать уже. Так, это тоже скрапаем. И снова крафтим дубинки. Блин, 48 камней. А если я скрапну молоток? Я получу как раз, смотрите, камни недостающие. Вот же блин. Вот же блин. Так, глина еще. Нужна глина. И наконец-то можем скрафтить печь. Умная мысля, как говорится, приходит под утро. Так, ну это давайте вот так сделаем. Это скрапнем. Получается, расходуется 10 дерева, а обратно возвращается 7. Но это выгодно все равно. Наконец-то печь. Ставим. И сразу закладываем плавиться железо. Так, глину. Глина вот здесь. Ну, пока так. Глину и железо. Это скрапаем. Процесс пошел. Ну, а время у нас к утру. Пожалуй, на этом я ночной эпизод закончен. Получился довольно коротким и не особо продуктивным. Я тупил. Но днем, я надеюсь, все-таки будет все быстрее и полезнее. На этом все. Спасибо за внимание. До новых встреч.